официальный канал безумия, много различного контента, от игровых видео до озвучек трейлеров веб-сериалов, влоги от деда Максима, ну и осторожно, большое обилие ненормативной лексики. Подписывайся, ссылка в описании. О, Вован, мы чё, опять блог пишем? Привет, моя империя! Здорово, чуваки! Одной из самых главных ценностей человека являются деньги. О, а я думал, мамка чужая. И в постоянку слышу, может быть, и вы слышите, как достать, заработать эти деньги. Да, я баблишко хапанул. И на этой почве создался культ денег. Полная подмена понятия о ценности. Да чё, ты опять гонишь пургу несусветную? Ты расскажи, как их достать? И все население, в большом своем случае, прокачивает скилл в заработке денег. Ау! Ты чё меня игноришь? Жарабасина! Деньги — это всего лишь искусственный манипулятор государства. Привязки населения для собственной выгоды. Человека не деньги делают богатым, а умение привлечь человека, чтобы тот работал на тебя. Курсы всегда скачут, деньги обесцениваются, а человек всегда остается. Делайте так, чтобы человек и шел к вам, был заинтересован вами и привязан к вам. При человеческом ресурсе у вас всегда будут деньги, независимо от ситуации, складываемой вокруг. Не знаю, ребят, он со мной не общается. А если весь процесс обернуть в сторону пользы человека, вы обречены на успех. Например, я делаю гэги. Эти коротенькие видюшки на случай важных переговоров. Они нравятся, ими пользуются, а значит, я приношу пользу. Моя популярность растет в числе людей, интересующихся мной. И из этого можно сделать профит от рекламы. Ты чё, бабло рубишь? А где моя доля? Так, я все. Можешь говорить все, что угодно. Я пошел. Бабло пошел мое считать, сердцем чую. А нет, это изжога. Это самое, пацаны, что говорить-то, а? Что-то я аж разволновался, аж на клапан надавило. Фу, отдышать аж нечем. Деньги хорошо, хорошо, когда их много. Все, чую, жопой накроется выпуск. Может, я матом пару лучше, а? Так, что у него в сценарии? Так, так, ботаник... Иди нахуй. Интересное, конечно, предложение. Мне, походу, следующий выпуск одному придется вести. Напишите хоть в комментариях, о чем я должен вам рассказывать. И подписывайтесь на меня, ставьте лайки, комментируйте, поскольку это все очень важно. Чем больше у вас денег, тем люди больше вас любят. До встречи.